Рад приветствовать вас, друзья, на канале. Сегодня будет распаковочка очень интересной штуки. Прислали мне ее с Китая. Распаковывать буду я точечную сварку. Очень крутую точечную сварку. Судя по тем видео, которые я видел, это очень крутая точечная сварка. Примерно месяц назад, может даже больше, написала мне ВКонтакте одна девушка. Видимо, она сотрудница какого-то производителя китайского. Потому что я просмотрел некоторые видео в их группе ВКонтакте. Они занимаются не только точечными сварками. Написала она мне, говорит, не могли бы вы сделать обзор на нашу точечную сварку. Я, конечно же, согласился. Че, я дурак, что ли? Отказываться, если пришлют бесплатно. Здесь у нас провода. Я попросил, чтобы они положили полный набор, чтобы я не занимался никаким колхозом. Ничего не придумывал, не выдумывал, чтобы было все готовое. Провода 5 AVG. Мощные провода. Предохранитель на 300 ампер. Серьезно. И вот такие вот клеммы для подключения к аккумулятору. Это очень хорошо. Не придется ничего выдумывать. В комплекте также никелевая лента. Что еще здесь? Электроды запасные. Три комплекта. Ничего себе. Педаль. Провода хорошие. Педаль, конечно, пластиковая. Ну, вроде ничего так сделано. Сама точная сварка. Нифига себе, она тяжелая. Ёшкин свет. Алюминиевая, холодная. Мощно. Так. Это мы забираем. Здесь. Ох, прям замечательно. Для электродов такие провода. Я просил вот такое только положить. Набор. А они положили все. Очень привык к таким вот электродам. Но, кстати, молодцы, что прислали и такие тоже. Бывает, какие-то труднодоступные места, такие электроды будут тоже полезными. Я все еще в поисках самой крутой точечной сварки в мире. Я надеюсь, что эта точечная сварка будет круче, хотя бы немножко, всего того, что у меня сейчас есть. А есть у меня точечная сварка на двух ионисторах по 3000 фарад. Тоже мне, кстати, присылал ее на обзор бесплатно. Один продавец с Алиэкспресс, когда я написал. Я даже сам не ожидал. По этой точечной сварке они на меня сами вышли. И есть также у меня трансформаторная точечная сварка. Ее я еще пытаюсь усовершенствовать. Заказал еще платы. Платы управления. Она уже не знаю сколько месяцев лежит. Надо с ней что-то делать, распаковывать, пробовать. Но времени все никак нет. А тут выслали вот такую вот сварку точечную. И прям мне стало интересно, что же это за точечная сварка. Ну, прям сделано, конечно. Выглядит очень по-заводскому. И провода мощные. Да. Круто, конечно, круто. И решил я сделать такое небольшое видео, распаковочку, в котором я хочу спросить у вас, каким образом вы бы хотели, чтобы я протестировал эту точечную сварку? У меня есть определенные мысли по этому поводу, но я хочу услышать от вас. Я уверен, что какие-то интересные идеи у вас по-любому есть, и я включу их в список тестов этого девайса. Я искренне надеюсь, что эти тесты, эта точечная сварка пройдет, и наконец-то можно будет остановиться на каком-то устройстве, которое меня будет полностью устраивать. Итак, ставьте на паузу. Пишите в комментариях, какие тесты вы хотите, чтобы я сделал. Селектор здесь. Прикольно. Ну, немножко другой держатель электродов у меня, но суть примерно одинаковая. Ну, провода какие мощные, блин. Я вот думаю, у меня есть аккумулятор, который я делал на основе титанатных элементов Toshiba, плюс там внутри стоят еще ионисторы на 3000 фарад. Эта точечная сварка выдерживает до 14 вольт. Вот тут написано, кстати говоря. Это очень хорошо. От 10 до 14 вольт. Прям такое у меня предвкушение этих тестов. Также в видео с тестами я по-любому ее разберу. Мы посмотрим, что там внутри. Я надеюсь, это тоже вам интересно. Пишите в комментариях, хотите ли вы посмотреть, как она выглядит изнутри. Ну реально, она весит полкилограмма точно. Весов у меня, к сожалению, нету. Ну вот полукилограммовая гирька. Да, примерно полкилограмма она весит. Ну это реально. Это что-то с чем-то.
Такой девайс я впервые, конечно, вижу. Ранее даже не видел его на AliExpress, не знаю, есть ли он там или нет. Оставлю в описании все видео с моего канала, как я шел по пути поиска точечной сварки, которая бы меня устроила, на трансформаторе, на ионисторах. Жду ваших комментариев, очень хочется пообщаться и видеть, насколько интересна вам эта точечная сварка. Также обязательно ставьте лайки, так я вижу обратную связь, вижу, что видео вам интересно. Также я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит жирные лайки, делится моими видео в соцсетях. Это очень помогает продвигать канал и видео, но естественно мотивирует меня искать какие-то новые аккумуляторы и сопутствующие им девайсы, такие как вот, допустим, точечная сварка, зарядные устройства и так далее. На этом у меня все. Видео не буду затягивать. Спасибо еще раз за просмотр. Буду ждать вас в комментариях. Увидимся в следующем видео. Всем пока!